Я видел Иисуса. Он потянул ко мне руки. Простите. Он потянул руки вперед. Люди начали подниматься вверх. Они были забраны. Это так красиво. Но были люди, которые говорили, я не могу уйти, оставив мою тетю и так далее. Они называли имена тех, кого любили. Они уходили, оставляя тех, кого любят. Они не уходили с ними вместе. Простите за эмоции. Я сидел в машине, пел там, слушая радио, когда все это началось. Я начал молиться, и я поднялся вверх. Я начал подниматься вверх. Я поднимался так высоко, так высоко. Простите. Я смотрел вниз и вверх, и я услышал голос. Все возможно с Иисусом Христом. Я думал, у меня с этим будут проблемы всегда. Все или поднимались вверх, или молились. Я проснулся с заплаканными глазами. Я чувствовал вокруг себя тепло, как будто Иисус был рядом, согревая меня.